3 назад начали все это дело. А, ну или с марта, да. Все это дело начали обсуждать, и просто каждый, наверное, надеялся, что ничего не произойдет. Каждый надеялся другого просто. Да, ну либо каждый надеялся другого. А я надеялся, что ничего не произойдет просто. До сих пор надеялся. Уникальная херня. То, что да, вот в нашем жанре никто так не делает. Да, то, что в андерграунде просто 4 гаражные... Группы на Вене, да, да, 11 да, да, городов. Это же просто, ну, немыслимо. Город вообще лучшее событие в моей жизни. Я посчитал, там, типа, получается, 70 часов в автобусе. Или 70 часов в автобусе. Да. Я не стремлюсь, чтобы у меня было много. Я вообще не работаю, и мне легче жить, когда у меня нет денег. Да кайфить по жизни, просто кайфить, расслабляться, отдыхать время, и все. Мы все-таки здесь для того, чтобы играть музыку в первую очередь. Тусоваться уже во вторую. Если бы это была работа, то это была, наверное, лучшая работа. А у меня школьники автографы берут. Ко мне подбегали толпами школьники. В сочных, юных, свежих, необороченных телах, да. Ну тогда все будет отлично, я думаю. Ну, по крайней мере, в Москве все было очень клево. Типа, реально круче, чем сегодня. Танцев низкого качества не было. А дальше я надеюсь, то, что впрягутся местные организаторы, и все будет очень круто. Ну, пол он вывозит, он спину как бы тонизирует, реально. Это медицинский фактор. Главное в жизни праздник, потому что без праздника жизнь нахуй не нужна. Каждый день пойдет, как предыдущий. Страх и ненависть в Перми. Эмоционально тяжело вынести столько событий ярких. Да. Очень много происходит, очень много происходит. Так и живем. Утром все начинается снова. У тебя кожа потрескалась. Не погибла молодость. Молодость жива. Молодость жива. Я просто исполняю
тур я хотел еще с тех пор, как просто за руку раз взял. Мне кажется, самое интересное, что может случиться с тобой, как с рок-музыкантом. Тяжело в таком темпе, типа, просто ездить, спать по 2 часа в день, пить ягера и... Ну да. Играть еще концерты какие-то. Пришли, рубились прям. Мы играли, чуваки дрались. Мы приезжаем, и приходят чуваки прям жадные до музыки. То есть они давно же ничего не происходит, давно никто не играет. Мы давали концерт в стрип-клубе в Челябинске. Это было достаточно мерзко. То мы сделали огромное дело, что мы вписали, не то, что я не хочу говорить по стране, не вписали там себя в историю, не сделали историю, но по внутренним моим ощущениям что-то грандиозное, что-то невероятное, что-то, что останется на всю жизнь, и, ну, по крайней мере, у нас точно останется на всю жизнь. И у тех людей, которые в других городах приходили, кроме Петербурга, блядь, у них это тоже останется в их памяти. Я даже физически мог бы еще сыграть какой-то концерт, я просто, у меня уже мозг отрубается, я играю песню, и не то, что даже забываю, просто на секунду такой оп. Blackout. Очень редко кто-то что-то делает, потому что ему очень весело. Музыка о том, что тревожит, скажем так, каждого. О том, что всех там бросают девушки, у всех там проблемы в личной жизни, с работой. Ну, то, что все, скажем так, впереди не так уж и безоблачно, как хотелось. На самом деле, все, весь рок-н-ролл в соплях, вот этих мужских переживаниях и соплях. Вот. Все песни наши о чем? О любви к девушкам. Да. В гармонию, есть добро, есть зло. Если бы не было зла, если бы не было всякого дерьма, мы бы не знали, что такое радость, счастье, добро и все остальное. И так должно быть. Ты Бог, и я Бог, и ты Бог, и все мы боги. И у каждого из нас есть своя вселенная, и мы ей управляем, и все в ней зависит только от нас. Надеюсь, что типа мы не последний раз в тур поехали, что в следующий раз будет больше городов или там рок может рванем. Я бы всю жизнь в туре жил. Спокойно. Если бы все круто было с отписками и не кидали бы с бабками, я бы так бы вообще как бы и до старости продолжил. Я чувствую какую-то коллективную эту мощь такую обалденную. И на самом деле усталости я не чувствую. Я бы сейчас сел бы спокойно в Вен и поехал бы спокойно дальше играть. Ты свидетель, ты свидетель, ты свидетель.